Уважаемый господин президент России, Пол Хаманович, полковник Сын России, Владимир Шпилин. Мы не Черметинский, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремонова, Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктор Владимирович, Маюрин, Стелла Владимирович, Константин Владимирович. Мы со всеми участниками репетиции военного парада на Тверской улице. Сегодня мы ждем сейчас военную технику, герои нашей армии, лучшие дни, танки, самолеты, ракеты. И весь личный состав нашей доблестной спецоперации, самой лучшей в мире спецоперации армии России, Луганска, Донбасса. Мы, нетерумитийские, со всеми россиянами очень просим вас, уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России Владимира Путина, избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Наш Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Да. Россия — это миссия, ярчайшая звезда. Россия — это сила, во всем, везде, всегда. Мы не восклоним много, красиво, ярко, мы гимн поем, выдающийся исторический, триумфальный, самый лучший в мире победе. На выборах президента России 2024 года Владимира Путина и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич, мэр Москвы Сергей Семенович Опянников, там предложил любого центра. Ты сможешь здесь убеляться за 60 рублей? Ну ты возьми эти потом 60 рублей. Я просто не хочу менять 100 рублей. Мило, что у меня есть карты? Сейчас я посмотрю.